Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні мій гість – пан Олексій Мачанов. Пан Олексій. Називають пан Олексій? Ну, так прийнято. У мене бабушка полячка по мамі із Чорного острова, тому где-то, може, навіть пани. Хоча ні, я уверен, що діди і прадіди там сильно шляхти, мабуть, не були. Якісь железнодорожники. Попроще люди, так? Да? Ну, если вот обратятся, пан Алексей, нормально реагируете? Не коробит? Вы знаете, я когда был Майдан в 2013 году, на ночь туда там приезжал посмотреть, поддержать людей, пообщаться, поболтать. И когда в 2014 уже начало все гореть после 19 января, и тоже как бы днем занимался делами, а на ночь приезжал туда. Шел вниз от улицы, от площади Михайловской, и мне навстречу идут люди, и там «Слава Украине! Слава Украине!» Ну, и, да, типа предполагал, что надо отвечать «Героям слава!» И я иду, бегу практически вниз. У меня какая-то компания: «А чего ты не відповідаєш, коли ты кажешь «Слава Украине!» Я говорю: «Пацаны, потому что вы говорите «Слава Украине!» и идете наверх. А я не отвечаю и бегу вниз, поэтому многие есть, идите нахер». Очень много таких вопросов, которые в общество закинули как краеугольные, мне кажется, для рассчитано на необразованных людей, на население без багажа прочитанных книг за спиной. Потому что для людей, которые понимают, что происходит, вопросы не краеугольные, а абсолютно четко разделяющие всех на какие-то по цвету. Мир реально сошел с ума, и если вспоминать Пелевина, когда, не помню, это в Generation P, если я не ошибаюсь, он говорит: если ты веришь в то, что Бог есть, и Он всемогущ, почему ты думаешь, что Он не мог создать весь этот мир со всеми его соблазнами, чтобы проверить на говно одну единственную, вот твою человеческую душу? А вы верите в то, что Бог есть? Я уверен, что Бога не увидишь с колокольни ни одной церкви. Я уверен, что есть какие-то высшие силы, которые нами движут, управляют, поправляют, намекают, иногда очень крепко бьют по голове. Ну, а вот я был сейчас перед гонками, на 10 дней вырвался в Испанию. Значит, повезло, у нас друзья, хорошее агентство. Под Барселоной живет очень старый приятель, который там встретил, принял. Дал машину и покатались, потом взяли на прокат, поехали аж туда, на юг, за Гибралтар, загар океанский, причем ты в маленький такой, совсем маленький поселочек, город Маяк такой, Тарифе, это самая южная точка Европы, 12 километров до Марокко, через дорогу. Ну, вот такая красотень. Началось все в Барселоне, это Гауди, это потрясающе совершенно такое смешение стилей. Не только не Гауди единым, да? И Саграда Фамилия — это, конечно, что-то вот за пределами моего понимания. Более того, я там был лет 5 назад, и как-то на вынужденную экскурсию попал, там все было еще в строительных лесах. И мне показалось, что такой сарай. Ну, не впечатлило. Снаружи, да? Как-то так ничего, внутри так, ну, так как это, чистенько, но бедненько, да? И когда сейчас леса поснимали, и ты попадаешь внутрь фильма «Аватар», вот эти все подпорки, как деревья, это стена желтая и красная, которая символизирует лето и осень, стена синяя и зеленая, которая символизирует зиму и весну. Огромное количество таких зашитых, таких нычечек. Вообще, знаете, мне кажется, что ну, главная проблема вообще в любой стране, практически нерешаемая у нас, это образование. У нас скучные люди со скучным лицом пытаются преподавать детям какую-то херню, 99% которой в жизни не пригодится вот ни для чего. У вас были хорошие учителя, вы помните какую-нибудь? У меня очень хорошие были родители. И папа еще жив, ему 83, мама, к сожалению, уже ушла, и мне всегда вовремя появлялась на столе нужная книжка. Когда надо, я прочитал «Плутонию» Землю Санникова, Обручева. Когда надо, я читал
Майнарида. Да, у вас там очень известные родители, они же археологи, да, работали в Якутии. Как бы на детях гений природы отдыхает. И да, у меня очень известные родители. Батя дружил там с космонавтами, потому что они имеют воинские части на севере. И была возможность как бы брать солдат, не строить генералам дачи, отдавать им перед дембелем зарплату, но при этом массивы земли выкапывать. Вы родились, да, в Якутии, да? Нет, я родился в Киеве на бульваре Шевченко, напротив Владимирского собора. Просто родители, мама получила по распределению на север. В 56-м году слова «нет» вообще отсутствовала эта ситуация. Там познакомились с отцом, отец сам из Питера, и вот как-то там затянуло, и, к сожалению, мама я привез, вот уже когда война началась, перевез в Киев. Отец приехал чуть позже, но практически уже с мамой попрощаться не успел. Для вернусь к образованию, для меня эта тема намного важнее, чем история моей никчемной жизни абсолютно. Когда мы говорим про Сингапур, мы все время вспоминаем Ли Кван Ю, и историю про трех друзей, не зная даже какого цвета обложка книги, в которой вот это про трех друзей написано, причем не знает этого ни Петр Алексеевич Порошенко, может, уже знает, он просто очень любил цитировать вот наверное, эту фразу. Ему уже подсказали. Да, ну, у него же есть иголка, поэтому я подсказал. Книга называется «Из третьего мира в первый». И я думаю, что когда мы говорим про Сингапур, в первую очередь надо говорить, что Ли Кван Ю – это человек, это Пиночет, у которого получилось. Пиночет, Лукашенко, да, там, Путин, такой диктатор, да, единовластный, там, долгое время, почти 5 десятилетий просидевший наверху. Но наберите просто в Гугле «Миссия Министерства образования Сингапура». Там на двух листах четко выложено, каких людей хочет видеть этот Сингапур, чтобы остаться таким, а не стать каким-то другим или не скатиться непонятно куда. Поэтому школьная программа, которую мы как бы детям своим пропихиваем, попытка все время историю там героизировать, идеализировать, перекрутить с ног на голову одно, второе, это все закончится тем, что нам реально придется выпускать памятники с головой на резьбе, чтобы скручивать Ватутина, накручивать туда там Шухевича, скручивать Ленина, накручивать Бандеру, потом придется, не знаю, там, голову Филатова накрутить куда-нибудь. Вы же потом историк по образованию, да? Я по образованию историк, и мне очень нравятся книги. Мы заговорили об Испании, да, таким длинным путем я пришел к тому, что когда мало кто из подростков, да, там, читал Магеллана, Америго, Стефана Цвейга, да, «Звездные часы человечества», хотя я считаю, что книжка должна быть в школьной программе, и мы, когда говорим про Испанию, что говоря о Европе, чаще всего люди там предполагают Германия, Франция, Великобритания. Не понимаешь, что британцы это всегда были такие островитяне, такие чеченцы, которые сидели со стороны и за ниточки пытались дергать весь этот мир и говорили о том. И у них получалось какое-то время. До сих пор получается, да. Они всегда говорили, что кто владеет континентальной Европой, тот владеет миром. Ну, тогда еще не были столь сильные влияния Ближнего Востока, Азии, да, там. Они всегда говорили, что союз России и Германии приведет к полной как бы перерасстановке сил в Европе. Поэтому надо делать все, чтобы Россия и Германия всегда воевали друг с другом. Или хотя бы были задействованы в разных конфликтах, чтобы они были заняты. Что когда Россия не воюет, она накапливает жирок. Этот жирок потом превращается в определенное влияние экономическое. Да? Там вы знаете, что большое количество серьезных СМИ в мире, и в Америке, и в Европе, и в Азии, имеют российские деньги. И это, хорошее свое слово, агенты влияния. У меня товарищ полетел, военный человек, очень правильный военный человек, поехал отдохнуть в Египет по горячей путевке на 5 дней. И мы там переписываемся в WhatsApp. Я говорю, как дела? Он говорит, слушай, 3 дня смотрю русское телевидение, ну там же здесь. Говорит, как я вас уже, хохлов, ненавижу. Ну, мы смеемся. Настолько качественная, грамотная и бьющая вот по самым низменным точкам ниже пояса. Работает, я знаю, да. Пропаганда, да. Вот мы берем Испанию.
слышали все слово «конкистадор» и перечитывал, наверное, там, когда там Васко де Нунес, первый Кортес, который там увидел два океана, прошел от Атлантики до Тихого. Но намного интереснее, наверное, было бы почитать литературу про реконкисту, про эти долгие столетия, которые испанцы честно пытались выпихать мусульман со своего Пиренейского полуострова, как они считали. Знаете, почему, мне кажется, не интересуются реконкистой? Потому что вот конкиста – это что-то быстрое, как Майдан, да? А реконкиста – это рутина. А у нас же не любят рутину очень. Вообще люди мало любят вот длинные периоды. Что-то быстрое? Да? Быстрым может быть палатка. Я говорю о том, что сейчас там в Севилье, например, да, там главный кафедральный собор, он имеет такое количество вот этих вот мусульманских элементов, что если бы сейчас где-нибудь в инженеро-строительном институте, да, или в архитектурной академии какой-нибудь студент предложил сейчас вариант вот такого собора, я думаю, что его бы выгнали, предложили там перейти в водители троллейбуса. Ну, то есть архитектура – это не твое, потому что ты нарушаешь каноны. Реальный мир вокруг нас, он настолько не такой, каким его сначала там придумал какой-нибудь Урицкий, а теперь какой-нибудь Ветрович, что я считаю, что и то, и другое – это вред и зло. И это рассчитано на людей, которые для того, чтобы получить образование, надо потратить время. Надо не там где-то в соцсети сидеть или там смотреть телек с какой-нибудь программой там, свидание вслепую. Надо сидеть, читать, анализировать, попытаться узнать, где эту информацию можно там перепроверить хотя бы в двух-трех источниках. И не факт, что в конце получится. Потому что, ну вот смотрите, чем раньше демократия отличалась от нынешней очень сильно. Раньше же тоже были гаврилюки. Но гаврилюки выбирали себе не одного из своего круга. Они делегировали свои избирательные полномочия какому-то образованному человеку, чтобы он наладил жизнь гаврилюков и про себя не забыл. Всегда так было. Сейчас жизнь пошла по сценарию, который не должен вообще двигаться. Сейчас гаврилюки выбирают себе, одни гаврилюки выбирают себе других гаврилюков. И это люди, не имеющие понятия ни о государственном устройстве, ни об исторических подоплеках, ни о чем. Необразованные люди, будем говорить так. Просто необразованные, слушайте, да? Слушайте, я считаю, что когда-то Миша собирал сигареты на Майдане, у меня к нему лично, мы там два раза в жизни виделись, ну, меня просто оскорбительно, что парламент моей страны где-то может ассоциироваться с Гаврилюком, с Сарьевым, да, и с образованными ворами тоже. Ну, я сейчас абсолютно не говорю, что там должны сплошь и рядом сидеть там красавцы и Грановские. Вы же активно шли в политику. Вот сейчас готовы вернуться? Я никогда не активно в нее не шел и никуда не готов возвращаться. Все очень просто. Я ходил на все выборы всегда, да, голосовал за Кравчука, когда был Кравчук Кучма, я голосовал за Кравчука второй раз. К сожалению, попал Леонид Данилович, да, и сейчас мы уже вспоминаем времена его как какие-то очень светлые. На самом деле, сейчас все было очень темно. Мне очень жалко, что в нелепом ДТП погиб Черновол. Потому что, имея за плечами якобы националистическую идеологию, но все-таки будучи выходцем из образованных, да, там таких диссидентских кругов, он ни разу не прыгнув ни на какую ветку и не выкрикнув никакую москаляку на геляку, не имея никаких вот таких отталкивающих историй, он да. с лета набрал 3,5 миллиона голосов просто вот так. Я представляю, если бы не заклевались потом вот эти вот все националисты всех стран, разъединяйтесь, да? Ну, да. В принципе, мне кажется, да, что это такая история. С одной стороны, национализм – это хорошо, да, но белочки с белочками, зайчики с зайчиками, и желательно, чтобы это были мальчики и девочки, а не два мальчика. С другой стороны, весь мир сейчас пытается открыть свои двери для образованных людей. И думать, что делать с необразованными, потому что, ну, ты приезжаешь в Мюнхен, да, и вот это количество людей в хиджабах, да, там, причем, ну, сейчас возьмем, хорошо, не Мюнхен, возьмем ту же Барселону.
Испанцы работают. Каталонцы подрабатывают. 50 на 50. А албанцы, болгары и румыны – это просто какой-то ужас. Переселенцы. Да, и их гоняет испанская полиция. Да, причем испанец подметает улицу, на которую срет болгарин, румын, албанец. Ну, вот это большое количество беженцев, которые приехали в другую культуру. И если вам так нравится своя, стройте у себя дома. Ну, какие проблемы? Живите. Ну, я, например, считаю, что огромная проблема у человечества связана с диким перенаселением, потому что перепись населения там 100 лет назад было 2,5 миллиарда человек, сейчас 7, да, там войн глобальных нет, люди не погибают, и да, как это не грустно, но в семьях с высоким уровнем образования и понимания того, что ребенок это же не животное, его надо поставить на ноги, воспитать, дать ему какие-то образования, где-то обучить чему-то. Там 1-2 ребенка, да? А у нас еще с советских времен там какие-то узбекские матери-героини, которым давали рафик за 15 детей, только эти 15 детей не строили самолет Ил-86. Они где-то там работали на базарах, продавали орехи. Мало кто позволит себе неполиткорректный призыв, да, там все-таки следить за возможностью, как бы, строй семью, да. Ты можешь завести собаку, только если ты готов ее выгуливать, и выгуливать не в лифте и не на детской площадке, иначе я должен иметь право убить эту собаку. Ну, потом есть уже... Есть такое слово «ответственность». Потом уже хозяин. А под этим словом никто не понимает, что такое ответственность. Я вам скажу так. В нашей стране, не только в нашей, но я живу здесь, вежливость, интеллигентность и доброжелательность в 99% случаев воспринимают как слабость. Если ты человеку говоришь, будьте добры, извините, пожалуйста, вы не могли бы. Да ладно, что ты, вот и начинается эта история. То есть ты приходишь и говоришь, ты же пи***ешь. И раз такой, а чего вы сразу со мной так разговариваете? Да потому что вы предыдущие 15 вежливых раз, вы не то, что не услышали, вы про них даже не вспомните. Но я умею разговаривать очень по-разному. Я могу поддержать беседу в гараже за домино и в Эрмитаже про Мадонну Бенуа и Мадонну Литву, в принципе, ну, и там, и там. А вы за легализацию оружия? Да, конечно. Ну, не так, чтобы ты мог его прийти и купить, как боржоми на заправке, но, безусловно, я тремя руками за то, чтобы... Слушайте, отсутствие там... Как вызывать полицию, да, это все равно, что стоять снаружи курятника и ждать, когда лис уже с мордой полной курей и пуха уже вышел. Но... А легалайз, наркотики, за, нет? Нет, я категорически противник вообще любого вида допинга. Таких, да, допингов. Но вы поймете правильно, да, вот сейчас идея там элементарно простая, да? У нас есть сигаретчики в Украине, да? 50 миллиардов гривен в год они платят налогов. Легальные сигареты, которые можно посчитать, понять, куда они делись, что они не под полой уехали там в каком-то подземном переходе между Закарпатьем и Венгрией, а потом не всплыли в Англии. Есть товарищи, которые пропихивают какие-то законодательные инициативы, совершенно дебильные, на мой взгляд, чтобы табачникам там запретить какие-то пачки со срезанными уголочками, там еще что-то. Это приведет исключительно к тому, что... А у нас там военный бюджет страны 70 миллиардов, и, собственно, 50 миллиардов из них дают табачники. Так вот, на секунду, просто чтобы хоть к какой-то цифре привязаться. При том, что табачники сами против того, чтобы там рекламироваться, чтобы втягивать куда-то там детей и так далее, и так далее, и так далее. Но они просят, чтобы они хотя бы приняли участие, платя 50 миллиардов в казну, в написании правил, где все будет жестко регламентировано. Но это не будут вот эти сраные активисты, которые ходят, получают бабло и стукаются в любые двери, лишь бы что-нибудь расшатать. Потому что эти обезьяны в жизни никакой книжки не прочитали. Если ты активист, покажи в своей жизни, где что ты сделал. Ну, не знаю, может, у тебя была компания, ларечек, может, ты выпускал
мороженое там, или там, не знаю, там у тебя была детская школа там по самбо, или по плаванию, или по бадминтону, вообще не важно. Где ты хоть что-нибудь в этой жизни показал возможность организовать процесс, там, 5 человек вокруг себя? Я уже не говорю там про какие-то большущие корпорации, потому что там, к сожалению, чаще всего это, ну, схемы, родственники и так далее и тому подобное. Ну вот они ходят, стучатся в двери, считают, что можно рассказывать там телеканалам, что можно показывать, что нельзя. Я возмущен тем, что Интер показывает чемпионат мира по футболу в России. Я люблю футбол, но я его не смотрю. Принципиально я слышал там какие-то результаты матчей, но я не могу себе представить харю Путина, чтобы я смотрел матч открытия, да, там, что Россия, Саудовская Аравия, и приветственную речь этого там в телевизор по поводу, как они Open Russia via the capital of the freedom world, как у них там Мутко выдавал на суперанглийском. Ну, для меня это возмутительно, потому что в моей стране оторван кусок территории, судя по всему, очень надолго, это Крым. И второй кусок территории изранен так, что я не знаю, его 50 лет разминировать только надо. Вы называете то, что происходит, войной? Конечно. Не АТО, не ОСО. А, если бы, не дай бог, в Борисполе захватили самолет, или вот у вас тут, да, там. Правда говорят, да, что Днепропетровск называли Коломойск на Днепре, нет? Как Франкфурт на Майне. Такое бывало. Да, но я знаю людей, которые Беню еще помнят Мосей вот, в институте. И всегда был такой подвижный, веселый и очень живенький такой персонаж. Ну, он и сейчас, ничего. Так вот, если бы захватили, не дай бог, террористы самолет, то там бы должна была пройти антитеррористическая операция. То есть приехали бы альфачи, милиция бы с Нацгвардией там перекрыли какую-то фигню, там задействовали бы, может, армейцев, чтобы они там подняли какие-нибудь вертолеты, чтобы там самолет этот никуда не улетел. Я понимаю, это антитеррористическая операция. Там идет война. Более того, сейчас все хотят очень какой-то просто... Она гражданская или она отечественная или какая? Гибридная, да. Называют. А гибридная она только по одной простой причине. Война – это ресурс и логистика, в первую очередь. Так вот, это российский ресурс 100% и российская логистика 100%. Специалисты российские 100%, их там нет, и которые есть там и в Сирии, и были во время Советского Союза, там в Афганистане, и наши были там где-то в Сьерра-Леоне, в Ливии, там в Ираке, в которой принимают с той стороны участие, к сожалению, граждане Украины. Я общался с Захарченко в 2015 году, когда земляка вашего Андрюху Гречанова Рахмана надо было вытащить с той стороны. Захарченко мне показывал паспорт гражданина Украины, и он его не порвал, не сжег, не спалил, и ему, судя по всему, умные люди сказали, оставь, потому что это как бы де юре подтверждение гражданскости этой войны, потому что одни граждане Украины воюют с другими. Ну, конечно, это война Украины с Россией, это война России с США и НАТО на нашей территории, и мы должны понимать. Трюдо когда-то говорил, Канада же тоже, да, там вторая по размерам страна в мире, государство, но они маленькие. Самая мощная, сильная пограничная служба в мире – это пограничная служба США и Канады у себя на границе, потому что каждое утро они проверяют паспорта у 1,5 миллионов человек, которые едут из Канады в США на работу. И каждый вечер они проверяют эти же паспорта у этих же человек, когда они возвращаются. На 1,5 миллиона человек – это... Канадцы, которые не очень любят американцев, у них всегда все ненавидят своих соседей и Америку. И вот больше всех везет только канадцам и мексиканцам, они ненавидят только Америку. Ну, потому что они же и соседи. Потому что с соседями, я жил там когда-то у отца родственников в Питере, в коммуналке, да, там, когда у тебя общая кухня, общий холодильник, кто-то там... Залез тебе в кастрюлю, а где у моей курицы вторая нога? Там, ну, мы видели в кино эти все коммуналки. Но я это видел не в кино. Вот к соседям всегда есть претензии. Ну, шумят, вот вам же, да, вот вы живете в Днепре, вас, условно говоря, Днепродзержинск, наверное, интересует... Дымит. Да, намного больше, чем Черновцы. Ну да. Ну, потому что, да. Соседи рядом, да. Днепродзержинск – это город вечно молодых и вечно... Каменское. И вечно веселых. Потому что, да, мы когда гонялись там раньше...
оставляли белую машину на улице, и там откуда-то этот дым лупанет со стороны завода. Выходишь, она такая охрочкой покрытая. Прям, ну, я понял, что все, люди дышат. Но при этом это не помешало Днепродзержинску родить и воспитать Яроша, да? Там Дима очень, мне кажется... Брежнева тоже. Недопонятый человек. Ну, Брежнев допонятый. Это нужен был уже какой-то, допонятый, да. Нужен был какой-то болванчик такой на авансцене. Вы который... один из основателей группы «Добровоз», то есть вы видите... Вообще, ну, вот, знаете, нет, неправда? Абсолютно. Ну, да. Вы имеете к ним отношение. Дима Юринов, мой очень близкий друг, основал группу «Добровоз» и очень много полезного делал. То есть вы не сооснователь, вы просто ему помогаете? Никакого отношения не имею, это мой друг, я его возил несколько раз в АТО, после чего он, собственно, как бы, как человек креативный, «Добровоз» создал. Я ему помог с логистикой в Харькове, потому что у нас у друзей была гостиница, в ней был там какой-то бокс свободный, где можно это было накапливать, а Харьков поудобнее был. Когда началась война в Киеве, например, скобы для скрепления бревен для блиндажей стоили 18 гривен, а в Харькове 9. Ну, в два раза дешевле и везти ближе, поэтому мы на пустой машине доезжали до Харькова, грузились и валили на Изюм, на Карачун, ну и потом двигалось это все. Вы считаете себя волонтером? Дальше. Я был волонтером на Евро 2012. Это было золотое время, когда Лубкипский Маркиян попросил помочь подготовить водителей. Мы их готовили. Я еще во время матчей, которые были в Киеве на бусике, там подвозил ответственность. То есть это просто было вот бесплатное такое участие? Это было настоящее, да? Волонтерство. Я хотел, чтобы моя страна показала себя во всей красе, чтобы там Янукович придет, уйдет, этот вопрос десятый, чтобы люди видели, что мы там в состоянии можем коммуницировать, там строить, делать. У нас, правда, никого легаси, да, наследия не осталось, потому что эти автобусные полосы, которые сделали для автобусов и такси. Вот 7 июля 2012 года финал прозвучал, с 8 там покидали машину на парковку, ничего не поменялось, потому что невозможно строить город, в котором ты хочешь жить, снося стоянки и на каждом квадратном метре построив 24-этажный дом. Потому что этим людям надо при этой стоимости жилья, они 100% будут не с одной, а с двумя-тремя машинами, немного-то выходить, парковаться там и... Ну да, инфраструктура же создается. Вливаться в поток. У нас об этом не думают. Я вот, вы говорили про политику. Я когда пришел на Майдан, я пришел посмотреть на то, кто пришел на девятилетие, да, там, оранжевой революции, которая была в 2004 году. Что-то там какие-то песенки попросили спеть. Мы это еще больше такое воспринимали, как, ну, такая концертная площадка, немножко заполитизирована, но Майдан же было два, если вы помните. На Майдане были как бы студенты без политических этих флагов, а на Европейской площади там эти как раз там «Свобода», «Солидарность» еще в пороха не было, было какое-то, и БПП не было. Но были там эти «Народный фронт», «Юля», «Юля Волю», «Юля Елка». Так получилось, что я нигде не хотел быть на Майдане, в итоге везде практически попал, да, и там выводили милицию из украинского дома, которую хотели там сжечь вместе с украинским домом, и там был, и там был. Я не был днем ни на каких вот этих событиях стреляльных, потому что я практически все ночи провел на Майдане. Вот, когда там предложили пройти маршем там днем, я не знал, что это закончится стрельбой. Но я был уверен, что это большущая глупость, потому что агрессивно настроенные одни и другие люди ждали просто точки, в которой они встретятся, да, но подерутся, я предполагал. Кого-то покалечат, там, ну, можно было это представить, но стрельба в две стороны, это... Было бы все так просто, мы бы уже все знали, что там было. На самом деле, там, видимо, еще проще, поэтому мы в этом не узнаем никогда или очень, очень не скоро. Я посчитал, что если я ходил, не так много людей с телевизора по ночам было на Майдане. Кличко выходил, там общался с народом, просто возле там бочки поставили. А так из телека, так же сейчас получается вся война, генерал, это приезжаешь, там,
Сергею Ивановичу Наеву. Но он меня там младше на пару лет, наверное, ну, там 73-го какого-нибудь года, 72-го, может быть. Там знакомишься, он говорит, да, я все был офицером там на уровне майора, смотрел ваши передачи. Не потому что я там какой-то крутой, великий, а потому что мужикам нравятся машинки. А про машинки тогда передачи делали только там я и Мюллер. Кто-то смотрел Мюллера, кто-то... Девочки вас тоже знали, наши, не переживайте. Потому что девочки в тот момент уже тоже заинтересовались машинами. И я этим не стараюсь пользоваться. Там, мне лично реально много не надо. Лицом не торгую, да? Нет, я бы с удовольствием его куда-нибудь бы там продал, но я считаю себя ответственным за то, что и мое присутствие каких-то людей возле Майдана или возле экрана удерживало. Я в страшном сне не планировал никуда идти, ни в какие мэры Киева, ни в какие кисеты. Я просто понимал, если мы ответственны, если люди хотят новой политики, новых лиц, то есть переходный период, вот эти полтора года до выборов, которые должны были состояться в 2015 году, и проставить всех на вот эти пятилетние сроки. Назовите это как хотите, там, комиссары, да, там, смотрящие, укажешь свой жаргон. Временное правительство. Вот. Мне ребята говорят, Леш, мы готовы идти с тобой, у нас есть программа там, по Киеву, там, по застройке, по медицине, по образованию, по всему. Нам нужен как бы там толкач, лицо, тебя люди знают. Более того, ну, нужен мы, лидер, конечно. Мы хотели бы провести свою избирательную кампанию так, чтобы если бы мы жили в Дании и шли на выборы в мэрию Копенгагена, чтобы за нас голосовали датчане. Мы сделали очень честную, красивую, правильную и абсолютно искреннюю кампанию, где я просто сказал, что, слушайте, единственное, что я ставлю на кон здесь, это мою репутацию. Она зарабатывает в спорте, фамилия моего отца, деда, и я ничего себе не вкладываю другого. Но если любой из вас имеет какие-то мысли и намерения, когда все зайдется, эту репутацию как бы наплевать мне, я выкину с там, 5-го, 7-го этажа, и вы даже не будете знать, посадят меня или не посадят, ну, потому что вам уже будет все равно. Вы жесткий человек. И я в этом вопросе, ну, меня смотрите. Вот, в принципе, вы в жизни жесткий человек. У меня вот есть огромное... Я добрый, сентиментальный, толстый, лысый, абсолютный добряк. Но я зеркало. Я родился в год обезьяны. Я от обезьяны все, что мне придет. Я доброму человеку верну добром втрое. Я верну в пятеро. Я хаму верну хамством. А вы 69-го, да? Я январь 69-го года, да. Ну, вы еще обезьяна. 69-й весь это вот петуха, но вы знаете, что... Да, там начало, да. Начало всегда это первые числа февраля, да, а я 18-го января. То есть вы еще обезьяна. Я родился в пятницу, да. Я обезьяна с бойцовским характером петуха. Я сам решаю, кого назвать на вы, кого на ты. И вы, в моем понимании, надо заработать, во-первых. А кем вы хотели быть в детстве, Леша? Помните? Ну, сначала, конечно, летчиком. Как это? Я работаю грузчиком на овощной базе, потому что в детстве, вместо того, чтобы учиться, я мечтал стать космонавтом. Летчиком это было с самого начала и водителем автобуса. Мне казалось, что вот этот чувак, который ведет двухэтажный дом, эти оранжевые коросы с прицепом, мы их называли папа с мамой. Ну, такой. Да помню, гармошка. И я вообще считал, что это человек, что, наверное, круче, чем пилот самолета, потому что он прям едет, помещается, нажимает кнопки, дверь открывается, закрывается, он объявляет, у него тут микрофон. Вообще руководит всем. Остановки, да? Тут у него на резинке эти билетики. Тут. Вообще, ну я считал, что это человек оркестра. Властелин мира. Бабушка водила машину, дед. Летчик, там Победа была, Волга. Я знал, что я буду водить автомобиль. При том, что в Советском Союзе сейчас это звучит как-то, ну, Мачанов. Мечтал водить автомобиль. Капитан очевидность. Да, но в 1978 году, когда мне было 9 лет, мысль о том, что у тебя будет машина, или что ты поедешь за границу, да, ты что,
Папа в ЦК КПСС или что, что ты куда-то собрался ехать еще на машине? В вот, МИДе. И я понимал одно, единственный вариант сесть за руль, это получить профессиональные права. Это пойти в армию, ну, это предармейская подготовка, потому что если ты не заскочишь за руль вот в этом возрасте, как бы до призывном, когда нужно на шару, то как потом получать права после армии на профессионального водителя, я вообще не представляю, и за какие деньги тоже. Сейчас молодые слушают, вот, наверное, ужасаются. Да, как? Неужели не так сложно? Сейчас раз и... Да, но я очень хотел быть десантником. Вообще очень. Я не знал, что там придет война, что десантники станут мне реально родными братьями, что мы будем... Ну, сложно говорить, там, дружить с командующим ДШВ, да, потому что с Михаилом Витальевичем Забродским дружить тяжело. И ну, друзья будете, у него уже есть. Общаться, но да. Мы... У нас абсолютно... нормальный, качественный человеческий контакт, потому что он один из немногих офицеров высшего звена, который слышит аргументы, и он может изменить свою точку зрения, если он получил информацию, которую он до этого не владел. Но я себе не представляю, что потом выгребают те, кто ему дали не всю информацию перед принятием решения. Но он очень такой в этом плане жесткий, но очень правильный человек. Ну, вот. Я хотел быть десантником, а этот надо совершить 3 прыжка с парашютом. И я выбирал между десантником и водителем, и я выбрал десантника. Ну, потому что я всегда был в этом плане, мне нравятся там какие-то вейкборды, доски. Рисковые. У меня там 5 прыжков на воду с парашютом. Не рисковый, ну так это, да, зависимость, вот впрыснуть адреналин просто так себе, там, шприцом я неинтересно не могу. И я пошел в ДОСАВ. В военкомате мне дали направление. Я перепутал комнаты. Вот в Киеве, где сейчас Тир Ибис на Караваевых дачах, там были, значит, комната десантники, водители, эти водолазы и радисты, что азбуку Морзе отбивают. Я зашел в комнату и сказал, что я с направлением из военкомата на обучение. Дали мне эту всю историю. И я увидел, я говорю, подождите, так это же на водительский курс. Они говорят, ну вы же открыли водительские двери. Я говорю, так нет. Парашют, небо, там, это же все в зоне особого внимания, да, эти фильмы, Рязанское училище. Я вообще, как бы совсем, если быть честным, батя меня, и вместе смотрелись книжки про море, и отец закончил Нахимовское, и я хотел поступить на Нахимовское училище после 8 класса, но конкурс был огромный, я его не прошел, и с морем пришлось как бы надолго завязать. Я до сих пор, кстати, не особо любитель вот этой места, где море сходится с берега. Mm-hmm. Ну, потому что у моряков говорят, что есть вода голубая, есть коричневая. И вот к каботажникам они относятся, те, кто вдоль берега ходит, как чуваки, которые плавают по говну. Ну, потому что ходят корабли в море, да, для этого надо идти от берега перпендикулярно, а не вдоль, поэтому mm-hmm. я терпеть не могу. Проволочные катера. Я считаю, что где-то отдых в горах, где есть домик, в котором есть бассейн, намного приятнее и свежее по воздуху, чем отдых на море с этой кучей жареных курей, которые там переворачиваются время от времени. И, чем закончилось с дверями в военкомат? Я сказал, что я, конечно, хочу пойти в десантники, поэтому хотел бы, чтобы мне отдали мою бумажку, я перейду в другие двери. На что мне? Там, видимо, везде был свой там добор и недобор. Мне сказали, что если буду много разговаривать, мне бумажку дадут только не в десантнике, а в соседнюю дверь слева, а там водолазы, это 100% на 3 года. И вот я стал как бы получать свое водительское образование вот таким непростым образом. И роковая ошибка. Я очень не люблю панибратств со стороны людей. Никаких. И не отношение ко мне, не отношение друг к другу, не отношение к каким-то другим людям. У музыкантов, знаете, вот говорят, коллега в оркестре, да, это музыкант, который играет на таком же инструменте, как ты, только чуточку хуже. Вот это вот все коллега, это всегда немножко так. И когда мне пытается какая-то молодая наглая молодежь говорить, что мы там с тобой одного поля ягод или одного рода Маугли, нет, я ни одного с вами рода. Я 6 месяцев каждый день, кроме воскресенья, включая субботу, после работы,
по 4 часа учился быть водителем. Каждый божий день с 86 года лета до февраля 1987. У меня не было ни выходных, ни проходных. Суббота была, я работал курьером в спортивной газете. В 86 году не поступил на журфак. Зачем-то, ну, сейчас я считаю, что самое бесполезное образование на свете, слава богу, что отвело, что журфак, вернее, нет, неправильно так. Журфак хорош как второе образование, когда у тебя есть там первое, любое, спортивное, экономическое, когда ты что-то из себя представляешь, да тебе, есть тема. Тебе научат запаковать это, да, в то, что такое там репортаж, заметка, там, да, что такое брифинг, чем отличается от пресс-конференции, потому что у нас, когда журналисты возмущены, что на брифинге не дали задать вопросы. Ну да, учите терминологию. Вы же долбоебы, а не журналисты. Mm-hmm. Просто сейчас Google знает все, да, там, купите себе телефон и ходите по интернету и узнавайте. Я не поступил, но у меня был очень большой там набор работ в печати, там на радио про Катю Лычеву я делал две радиопрограммы на «Маяке», у меня была публикация «Пионерской правде», там 12 миллионов тиража. В общем, так нормально. Разносторонний юноша. Родители приветствовали, когда я чем-то занимался. Я очень любил читать. И до сих пор считаю, что писать мне там 175 там, тысяч подписчиков, 5 тысяч друзей на Фейсбуке для страны беда, что простого водилы так много вот этого всего. Вы же не простой водила. Ну, я быстрый гоночный водила, но я себя считаю абсолютно... Дело в том, что я не то, что не вижу никакого оскорбления в слове «водила», а ну, я с огромной гордостью говорю, я шофер. Мой профессиональный праздник – это не день десантника, не день пограничника, день автомобилиста, последнее воскресенье октября. Это любимый праздник, потому что я отдал этому делу всю свою жизнь, я с горшка хотел стать водителем. И мне вот это, что водителем? А что, министром надо быть? У нас есть 5 минут, 7. Давайте про гонки поговорим. Вот, вот что они вам дают? Вот на сегодняшний день. Ну, вы уже практически все призы взяли, да? Ну. Не бывает всех призов. Вот поймите. Ну, вот ну, там, такие вот, самые такие весомые, да? Есть у нас, еще к чему? У нас разговор сейчас, вот я вам скажу, да? Когда-то мне позвонил один журналист, известный. И говорит, захотел интервью у тебя взять. Я говорю, о чем? О твоей жизни. Мне тогда было 40 лет. Это 9 лет назад было. Я говорю, а где, когда, сколько времени? Он говорит, ну, где-то там 20 минут управимся. Я говорю, мне 40 лет, 20 минут, то есть ты мне даешь типа 30 секунд на год, а где есть, иди в сраку. Ну, дурак или что? И я не общаюсь там с журналистами, которые там два раза смотрят во время интервью на часы. Ну, значит, они заняты больше, чем я. Я очень ценю Джеки Чана, например, да, и у него есть книжка, которая называется «Я Джеки Чан», которая доступна в интернете. Я очень советую ее, а, прочитать, б, ввести в школьную программу, потому что это история про то, как его папа продал школу пекинской оперы, сам уехал, когда эти были там, Тайвань, Гонконг, Китай, проблемы. И как он стал тем, кем он стал. Можно не любить фильмы Джеки Чана, но это вообще фантастическая биография. И написанная шикарным языком, интересно. Конечно, тем, кто видел эти фильмы, знает их там «Закусочка на колесах», там этот, «Команда А» и так далее. Там «Хвост дракона», «Змея в тени орла». Будет еще интересней. А если кто-то их не знает, ну, эта книжка, вообще, вот, биография Джеки Чана, жизнь и афоризмы Бенджамина Франклина и Авраама Линкольна — это три книги, которые я считаю, если человек не прочитал, мне с ним не о чем разговаривать. Ну, абсолютно. Я про Джеки Чана не читала, давайте продолжим все равно. Ну, да. Но, я обещаю, Я обещаю вам, что вы не разочаруетесь. Я верю. Я верю. Там, в принципе, все вот как-то очень, очень правильно. Чего хочется вот в профессии? В гонках? Да. Мы сейчас возвращаемся. Все призы взядены. Слушайте, у меня призов это все бляшаночки, да, там, как в мультфильме «Тачки». Ну, медальки за экстерьер и высоту в холке. Сын меня когда-то вот спросил, а супруга бывшая, ну,
мамы Юрина. Говорила, что ты таскаешь этот... Ну, они там стояли на пианино дома, на котором никто не играл. Потому что должна была быть пианино. Пылесборники, да? Да. И сын говорит, папа, они золотые. Ну, малой, там, не знаю, там, сколько ему лет. 6, наверное, было. И я говорю, сынок, просто купить его можно там за 50 купонов в спорттоварах. Наклеить туда там первое место, машинку, ну там эти же медальки. Ну да, оформить. Но когда ты потратил на это время, деньги, пот, кровь, когда сейчас говорят автоспорт или автомобильная федерация, и тут же говорят там либо Янукович, либо Червоненко, мне тоже грустно. Это вехи и этапы этого пути, они были и такие. Но это не квинтэссенция того, что происходит. Вот поэтому, да, у меня, к сожалению, на гонках погибали друзья, разбивались сильно, а потом умирали и не приходили в себя. Но хорошего, доброго, светлого там намного больше. Что главное вы получаете? Вы можете для себя ответить? Поймите. Или это постоянный процесс? Поймите правильно. У меня философия в гонках, как философия... У того же Джеки Чана, вы это там посмотрите, да, как философия восточных единоборств. Это же не драки. Спорт состоит из тренировок и соревнований. И глупейшие люди, вот глупейшие люди, такие как наши футболисты, они воспринимают жизнь как игры и соревнования. А для меня самое ценное в гонках – это тренировки. Потому что на тренировках я могу попробовать, где грань и что за грань. Тихонечко, чуть-чуть, да, там, облокотился, кувыркнулся. Но вот я в Днепр, как бы, да, сейчас гонки выходные были, а я приезжал сюда 4 раза на этой трассе, тренировался и получал намного больше удовольствия, потому что гонки это... До этой гонки? Конечно, до этой. Конечно. Это напряг, это люди, там, хрен заедешь, надо рано встать, а не тогда, когда ты хочешь, там, протиснуться, все с тобой хотят... Сфотографироваться в это время меньше в Сан-Сити вообще хочешь с кем-то разговаривать или фотографироваться, но ты же не откажешь там семье, с детворой приходят. Люди это делают искренне. Я понимаю, что я ну, не хамло какой-то. Да, конечно, взял малого на руку, там рожу скорчил, но у меня есть жизнь и дело, и я точно сюда приехал не фотографироваться. Этого не понимают люди, когда они немножко выпили, а особенно когда они немножко выпили на жаре. Но вопрос такой, раз им это надо. Я же тоже хочу там фотографию там, с Андрюхой Макаревичем, при том, что мы с ним... А ему, наверное, тоже не нравится, да? Ну, он, кстати, вот у Андрея мы очень таких приятельских. Мы не друзья, но мы в очень хороших приятельских отношениях, когда Андрей приезжает в Украину, это всегда через Киев, и Андрюха Чаурин, там по КВН мы знакомы и дружны. Саня Кабанов с Херсона, поэт Макар, тут есть один ваш днепровский, Макаревич же там очень увлекается подводной охотой. И здесь делают очень хорошие ружья подводные. И вот этот усатый дядька, это его кореш, прям вот. Они, когда разговаривают про этих сомов, там, я не знаю, по сколько килограмм, то можно, в принципе... Увлеченные люди. Уйти, вернуться через 1.5-2 часа, они даже не поймут, что тебя не было. Ну, потому что у них там ружья, нырялки, камыши, где-то тут на Днепре, вот в какое время там, на какой глубине не водится. Вот. И для меня, повторюсь, в гонках главный процесс – это тренировка. В любом спорте ты должен понять, ты не конкурируешь ни с кем, кроме самого себя. И зачем нужно соревнование? Там, драка, да, там, или плавание, бег, гонка. Ты должен сравнить себя с людьми вокруг, посмотреть, нету ли чего-то, что ты упустил, подсмотреть это новое и понять, над какими своими слабостями работать, чтобы к следующей гонке стать сильнее себя это самого учеба, сегодняшнего. Это постоянная учеба. А каким приехал там Александр Петрович Стрелюк, едет так, что я вообще не понимаю, как вот это 63-летнее толстое чучело дает на эти педали. Я вообще, у меня мысли нету с ним гоняться. Это мой, считайте, это брат мой. В Днепре хорошо погонялись? В Днепре, ну, я не догонялся чуть-чуть, потому что у меня, к сожалению, там в процессе столкновения вышла из строя машина, я не догонялся, не наездился. Мне вообще все равно, какие места. Мне вот этих вот еще 2 заездов, в которых я не смог принять участие из-за поломки автомобиля, мне жалко было, что они едут, а я только стою, что светофор. Ну вот, вот
встаю и как улитка оставляю мокрый след за собой. А они носятся, ездят. Там было очень для зрителей, мне кажется, интересная гонка. Там были крыши, перевороты, контактная борьба, дети. У меня появился кореш 7 лет. Малой из Черновцов. Такой надел шлем. Реально он как мышонок в Том и Джерри. То есть вот только вот шлем и две ноги из него. Подошел такой, сам бодряк, мама с папой там глаза закрыли, наверное, думают, ну, не первый раз такой. Ты мой друг. Я говорю, я согласен. Какой тебе рост? Он говорит, 1.20 м. А у вас? 1.91 м. Я его так, где-то у меня даже это осталось забавнейшим. Вот он стоит на подиуме, мелочь пузатая такая, вот совсем. Да, классный. Вот, а самый классный он, сейчас я вам покажу, самый классный он получился у меня вот тут вот, я его задрал, поднял. Да, обалденный, класс. Ну, гоночный комбез, на самом деле, он для того и сделан, чтобы, если ты, не дай бог, потерял в машине сознание, чтобы тебя можно было вытащить, потому что человека, да, обмякшего, вот так, ну, там, по подмышке не возьмешь. И поэтому я бы очень хотел, чтобы, ну, у нас есть большущие проблемы, да, там говорить можно обо всем, чем угодно и долго, но я хочу, чтобы в мой спорт, я не Порошенко, чтобы говорить, моя страна, моя армия, но спорт. Это спорт, которому я отдал всю свою жизнь, и в нем хватает места всем, но я хочу, чтобы сюда приходили люди с такой же философией, как у меня, с такой же философией, как у Салюка. С такой же философией, как была у Андрюхи Александрова, у покойного Вадика Рюцкого, да, там дядя Вадик, это был в чем бог, бог. Какая основа этой философии? Вот, повторюсь, что ты никогда не едешь за медалями, призами. Посмотрите мультфильм «Тачки». Первая часть, что вторая, третья, это все для детей, мы ее озвучивали, я там играл какую-то роль этих друга Маквина, эти желтенькой машинки. Первая часть. Это мультфильм для взрослых, не для детей. Детям там говорящие машинки, Маквин, там сырник, вот, философия Хадсона Хорната, да, который сам бывший гонщик и не хочет про это даже вспоминать, потому что призы, вот я сыну сказал, говорю, Юр, они становятся золотыми, когда ты их выиграл, а не купил. Но почему они у нас у всех, нормальных гонщиков, стоят дома? Ни в музеях, ни там на каких-то выставках. Потому что когда тебе в жизни вот плохо, как никогда. Да, вот сейчас война была, да, там я так получилось, что я и на войне никуда не собирался ехать, и везде попал, да, там Карачуны, Славянские, Донецкий аэропорт, терминал, туда. Мне рассказывать, что там происходило, не надо. Я приезжал, мне все были рады видеть, потому что я был с гитарой. Им не так людям хотелось каких-то балабасов, да, там, хотя всегда были благодарны мы там. Тем привезли это, тут рации, тут батарейки, еще что-то, туалетная бумага, что немаловажно, да, там, я до сих пор, сейчас могу вам сказать, мне душ не нужен, мне вот трех влажных салфеток хватает, чтобы у меня и шея, и подмышки, и жопа, и ноги, все было вот в идеальном порядке, потому что если ты этого не умеешь делать, ты реально на войне умрешь от этих шероховатостей, потертостей и пролежней. И сейчас, правда, так много людей говорит, что они с первого дня ездили на войну, что у меня один единственный вопрос. Если у вас было так до хера, что я ни разу в Изюме в пробку не попал? Еду себе и никого. А тут теперь, как не прочтешь, так прям с первого дня мешками, валами. Я не себя абсолютно никак там, вообще не хочу про это вспоминать. Я не волонтер, потому что волонтерить можно там полгода. Ну, там, у тебя есть время, интерес, появляются друзья. Потом, да, мне сейчас могут попросить, там, нас там пацаны, там, но сейчас там объемы совершенно другие, там, помоги с гирокоптерами, да, там, люди делают, надо там продвинуть эту тему, чтобы хотя бы посмотрело руководство страны, потому что это большая польза. Сейчас уже там гирокоптеры закупают, отправили десантников там в Прибалтику, обучили их летать. Ну, это, кстати, очень такая интересная штука, очень кайфово. Я там не в теме, в каких-то деньгах, ну, кстати, строит их Сережа Тамчань, это бывший штурман Салюка. У нас в нашем спорте люди все не глупые, чаще умные,
хозяйские такие, потому что тебе надо же это все до купы собрать, чтобы он же и поехал. И вот есть спорт в трусах, есть спорт в комбинезонах. Да? Мы к спорту в трусах относимся, ну, проверка физических сил человека. Там, потому что как ты выиграешь у кенийца марафон? А спорт в комбинезонах? Потому что кенийц всю жизнь убегал от льва и бегал за другим кенийцем. Это жизнь такая. Природа, да? Природа так предусмотрела. Да. Спорт в комбинезонах – это техника, это интеллект, это разум, это возможность понимания процесса. Даже если у тебя по физике была там тройка, как у меня в школе, да, ты потом ее все равно освоишь. Это благородство? Когда как. Ну, я вам скажу, большие чемпионы никогда не бывают благородно, вот прям преблагородно. Ну, вспомните Шумахера. Сейчас, к сожалению, у него там с 13 года дикая проблема, беда, и он, скорее всего, из нее уже не выкарабкается. Но до этого свинья, а не человек. Абсолютно. При том, что у нас с ним 2 недели разницы, такие непохожие судьбы. Он родился 3 января 69 года, я 18-го. И вел себя, конечно, всегда как мудак. Причем не только на трассе. Там жена его, Карина, он ее отбил у своего кореша Хайнца Харальда Фрэнсона. Там была еще одна девушка Фрэнсона, которая тоже, ну, видно, Фрэнсон очень хорошо разбирался в женщинах, как ему думалось, и брался все самое лучшее, что потом себе забирали другие гонщики. Но, конечно, когда ты чемпионский чемпион, есть ряд вещей, которые тебе необходимо знать, чтобы бороться с другими претендентами на чемпионское чемпионство. Но таких людей, как Стирлинг Мосс, первый гонщик, который получил от британской королевы титул сэр, нет уже в этой жизни. Мосс выиграл все, кроме Формулы-1. Он выиграл там милю, 24 часа Лимана, везде. Что вам сейчас хочется выиграть? Есть что-то, что хочется выиграть? Выиграть? Мне очень хочется, чтобы закончилась война. Чтобы, на этом давайте точку поставим. Ну, давайте вот на этом вашем желании поставим точку, чтобы вот мы сказали это, и пусть так и будет. Я готов все победы на свете свои, включая жизнь свою, отдать вот за то, чтобы оно закончилось, и люди начали, ценя то, ту цену, которую мы заплатили за вот эти 4 года, перестать стоять друг другу жопой, а начали учиться, заниматься самообразованием и строить страну, в которой не вспоминают песенками своих дедушек, а в которой думают, в какой стране будут жить дети, внуки и правнуки. В такой, как сейчас, я бы своим пока посоветовал эмигрировать. Потому что мы вот это все, условно говоря, не заваривали, но мы были соучастниками, потому что ходили на выборы. Спасибо. Нам это все разрешили. Спасибо, Леша, большое. Спасибо за то, что вы такой, какой есть. В следующий раз приедете, мы еще и о музыке поговорим. Давайте. Я только за. И я думаю, что мы меньше будем говорить о войне. Давайте верить, что она уже к тому времени закончится. Огромное спасибо госпиталю Мечникова, потому что Днепр в этом плане стал просто центром военной медицины. И я считаю, если бы я был медиком, вот если бы я был военным или врачом, я бы был рад, что идет война. Потому что военный, который не рад войне, это мне непонятно человек. Это гонщик, который не рад гонке. Это его работа, да. А те медики, которые здесь спасали людей, доставали с того света, склеили по кусочкам вообще. Это делали в Киеве, и в Ирпене, там, и в Харькове. Но Днепр — это просто отдельный такой форпост. Я боготворю людей, которые здесь получили неоценимый благодаря войне опыт. И теперь они могут сшивать народ после ДТП, после падения там с моста, со скалы, с чего угодно, там, с прогулочного катера или вертолета. Но это вот все, на чем стоит знак качества, проверено войной. Я принимаю людей, профессии, события, обстоятельства на 100%. Просто важно понимать, на ком этот знак качества стоит по делу, а кто себе его налепил по собственному желанию. Этим два пальця в нос. Дякую, дякую. Це був Олексій Мочанов. По-моєму, коментарі тут зайві. На все добре. До побачення.